Мастерская режиссуры документального кино и телевидения Тенгиза Семенова представляет... Я не согласен, чтобы они приезжали сюда. А если мы будем принимать мигрантов, тогда они должны быть политическими беженцами. Тени в раю. Режиссер Лус Вальдес Ривера. Стокгольм. Август 1991 года. Очень много народа приезжает в Швецию, и почти все проникают как туристы, а через некоторое время просят политического убежища. Поэтому иногда возникает спорный вопрос о том, правда ли они настоящие политические беженцы, или приехали сюда из-за экономических проблем. Ларс Хоркинсен, шведский переводчик в лагере беженцев. Есть люди, которые получили вид на жительство. Если хотят учиться, государство платит за их обучение и выплачивает им стипендию. Но есть много таких, которые учатся и учатся, и до сих пор нигде не работают. Карлос Чавес, политический беженец из Сальвадора с 1988 года. Ты не хочешь уезжать. Не хочешь, потому что ты любишь свою страну. Поэтому ты уезжаешь, отрываешься от родины, не испытывая радости, потому что ты не согласен. Мы приехали не потому, что этого хотели, а потому что нас заставили. Первые дни тебе кажутся очень приятными. Узнаешь другую страну, других людей и предаешься воспоминаниям о своей стране.
that Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Leroy, he's a gambler, and he likes his fancy clothes. And he likes to wear his diamond ring, but everybody knows. Well, he's big, bad Leroy Brown, the baddest cat in the whole downtown. Lean little old pink coat, fatter than a drunken dog. Патрисио Луко, профессиональный фотограф, приехал в Швецию в 1985 году. В Чили сложилось представление, что деньги в Швеции висят на деревьях. А это неправда. Здесь ты должен очень много работать. Но существуют чилийцы, которым удается устроиться по специальности. Вообще их очень мало, и они приехали уже с профессией. Например, я профессиональный фотограф с большим опытом, но мне трудно устроиться на работу в прессе в этой стране. Бордоне сказал, что кризис в Югославии может парализовать процесс объединения Европы. Министр внешних сношений высказал в Сенате свое несогласие с намерениями Германии признать Словению и Хорватию. Он также против проведения параллелей между национализмом в Восточной Европе и в Испании. Прежнее правительство было восстановлено при поддержке народа после потерпевшего крах переворота в Советском Союзе. Милиция охраняет здание ЦК КПСС. Политическая комиссия Коммунистической партии Испании осуждает сохранение партии. Впервые встал вопрос о дальнейшем существовании организации после событий в Советском Союзе. Пока Акила поддерживает идею сохранения партии, члены левых объединений выступают за роспуск. Причиной была политическая работа. Нас было 5 человек, которые работали в подпольном издательстве. Мы сотрудничали с фронтом освобождения Фарабунда Марти. Но нас раскрыли. Мы провели 1 год в тюрьме и 6 месяцев в так называемом корпусе охраны.
como me dice la tierra de Argentina, con el tubo que dice así, como dice maestro. Чувствуешь себя плохо, не знаешь, куда пойти, чем заняться. Ты один, и поэтому видишь все вещи иначе. И даже если моя страна объята жестокой волной насилия, горя, я все равно хотел бы оказаться на родине. Я все равно испытывал бы радость человека, который все-таки находится дома. Через некоторое время начинается ностальгия, меланхолия, и в твоей голове проходят все воспоминания, все страдания, которые ты пережил. И это тебя мучает. Парализован здесь. У меня в голове много проектов по фотографии. Но приходит момент, когда они угасают, застывают. Единственный способ избежать этого – уехать отсюда. Потому что здесь я чувствую себя потерпевшим крах в этом шведском обществе. А такое чувство характерно для интеллектуалов, которые лучше устроились. Ну, разве у них может быть такое чувство? Есть у тебя надежда? Да. Если бы не было, тогда бы я уже покончил с собой. Я должен верить в человека. Я должен жить для человека. Я должен фотографировать человека. Независимо от того, что он придет мне. У меня есть надежда. Если бы не было, меня бы уже не было.
Диана все же решила вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение на журналистском факультете МГУ. Она верит, что будущее лето подарит ей возможность найти работу, которая необходима для ее будущей профессии. Авторы благодарят за содействие в создании фильма Диану Киньонес, Ларса Хоргенсена, Карлоса Чавеса, Патрисио Луку. Переводы читал Андрей Хлебников.